Каждую ночь мы ждем, очнемся и сюда зовем. С нами новичков играть так много лет мы были одни. Должны песни играть, что так давно смогли узнать. Нашу жизнь отнял злодей, здесь нее немного дней. Мы уже данным по тебе не закрываем, мы не такие, как ты думал. Несчастливый. Пойми на это. Пойми на этот раз, бой не... Let's celebrate. Прогони печали прочь, время страхи позабыть. Ох, доброй ночи, дамы и господа, доброй ночи, мальчики и девочки. Мы начинаем очередную трансляцию в разделе «Хорроры по понедельникам» с Бонни-Вуром. Я не понимаю, мне набрал ВКонтакте Five Nights with Freddy, и какое-то русское говно непонятное вывалилось на меня. Все песни вроде называются Five Nights with Freddy, но поют какие-то отсталые дегенеративные рэперы. Я не понимаю, откуда они все набежали, почему они засрали контакт своими высерами под названием Five Nights with Freddy. Конечно, уши вянут, я приношу прощение, приношу извинения и прошу прощения за то, что мы это все услышали. Ну, я надеюсь, вы все видите, ребят, да? Все нормально, мы в теме, можно запускать. Я надеюсь, что игра как-то сохранилась, как после прошлого раза. Напишите что-нибудь в чат, чтобы я понял, что все живы, все здоровы. И мы готовы стартовать. Не, реально, меня просто убило это недоразумение под названием Five Nights with Freddy с русским рэпом. Это просто это изнасилование моего мозга. Так, игра загружена. Сейчас мы ее вам найдем, отыщем, проверим, что все работает. Да, тут все хорошо. Последнее, я хочу в микшере все-таки понизить громкость игры, потому что это невозможно. Невозможно пережить. Очень уж громко. Так, где-то сама игра. Вот она, родная. Громкость 1. Ну, сейчас будет потише, чем в прошлый раз, орать. Надеюсь, что нам это поможет. В общем, все, мы готовы. Осталось только отыскать нас на iPad со всеми нашими чатами. И это буду делать, наверное, параллельно. Напоминаю о том вкратце, что происходило в предыдущих сериях.
Значит, есть некий магазин, по всей видимости, малобюджетный, детский магазин с пиццерией, с клоунами и с большими роботами-игрушками, которые днем развлекают детей. А на ночь их надо бы выключать, но у магазина нет денег на то, чтобы каждый раз разряжать и заряжать батарею, их проще вообще не разряжать. И вот мы выступаем в роли охранника магазина, который сидит в своей каморке. У него есть камеры наблюдения, и вот эти самые игрушки по ночам, не будучи выключены, начинают бродить по помещениям, и все, что они встретят, они принимают за робота. Поскольку они это принимают за робота, то пытаются засунуть биомассу в свой экзометаллический скелет. Соответственно, ничем хорошим для человека живого из крови и плоти это закончиться не может, кроме как сдиранием кожи, перемалыванием костей и так далее. Я не понимаю, почему нашего старинного охранника об этом не предупредили, но он, видимо, совсем поехавший, раз пошел на такую работу. Значит, задача продержаться, насколько я понимаю, 5 ночей. А что, звук есть? Ребят, звук есть? Если звук в смысле настраивает микшер, я уже настроил его, по идее. The Living Tombstone. Я сейчас его даже... Спасибо большое, Велисмер. Я его сейчас даже к себе забью в поиск и... Вот, отлично. Вот это, видимо, да? Ну, это тоже какая-то веселая игра. Ну, это какая-то веселая музыка, я не понимаю, она никакой жути не навевает, если честно. Ладно, сейчас я последнее увижу, что на этот раз есть. Отлично. Все, друзья, тогда погнали, ничего больше ждать не будем. Ибо. Мы хотим продолжить. Четвертая ночь. Четвертая ночь. Ну и нас снова ожидает встреча с милыми зверятами. Игрушек 4, это Мишка, утенок, зайчонок и лисенок, но вот они все вместе устраивают нам полнейший экстерминатус. Короче, вспоминаем, что к чему. Я не знаю, как замутить пацана. Сейчас появится возможность это сделать. 12 ночи, 4 ночь. О, mute call, все, мы не хотим его слушать. Хотя, наверное, он сообщает нам какую-то важную информацию. Но это нас мало волнует. Давайте посмотрим. О, все покинули помещение. Лисенок на изготовке. Зайчишка здесь. Утенок справа, медведя нет. Короче, часа на них смотреть сказали не надо. Поэтому мы и не будем это делать. Ну и, конечно же, мой прекрасный, блистательный iPad не хочет открывать мне интернет. Сейчас попробуем еще раз. Уф. Утенок уже, кстати, приперся. Насчет зайчишки не уверен. Хотя он может быть уже здесь. Нет. Утенок уже где-то вот здесь, вот в этой комнате справа, уже в смежной. А вот он уже идет к нам, в нашу сторону. А зайчишки я не наблюдаю. Где же... А, зайчишка, все нормально. Зайчишка стоит. Ждем пока. Пока ждем. Снова включаем Wi-Fi. Час ночи. Надеюсь, что слышно меня нормально. Честно говоря, не хочется орать, потому что игра довольно жуткая. Я своим криком могу себя испугать. Утка исчезла, кстати. Может быть, она пошла обратно. Ага, отлично. Утка в этой комнате. Лисенок по-прежнему здесь. А к нам идет старичок-зайчишка. Хорошо. Насчет медведя вообще балалайка. О, отлично. Загрузила, ребят. Загрузила. Вот, кажется, судя по звукам, я слышу медвежонка. Фак, я закрыл игру. Блин, я хотел... Я хотел, ну, по привычке эскейпом камеру выключить. Сори. А все неплохо начиналось, кстати. Но не проперло.
Снова звонок от нашего друга-товарища. Блин, мы были близки, кстати, там все было так хорошо, и я взял... Короче, нужно вообще руку из клавиатуры убрать. Руку убрать с клавиатуры вообще. Ну, котенок пошел уже бродить. Заткни свою пасть. Я не знаю, там есть какие-то, конечно же, страты, как можно чекать пространство, что можно сделать, но я пока, честно говоря, этих страт не знаю. Зайка здесь, уточка здесь. Пока они далеко, но они топают в нашу сторону, я уверен. Довольно быстро. Так, лисенка. Лисенка пока быть не может, да. Я помню, что в четвертую ночь сорвались сразу все твари. Они же веселые плюшевые игрушечки. С нами познакомятся. И хрен его знает. Кто-то шумит на кухне. Слышу эти звуки, да. Это шум на кухне. Это, кажется, мне шутка. Ух ты, зайка. Зайка как смотрит. Так, утенок и зайка пока далеко. Но и Мишутки нет. Мишутка стучит на кухне. Посудой гремит. 12 часов ночи. 85% заряда. Это очень мало, кстати. Пока мы слышим, как Мишутка ищет спрятанную, видимо, заначку. Так, господи, я открываю другой сайт. Почему ты меня все время бросаешь сюда? Ох ты, твою мать. Уже лисенок. Лисенок-то уже лыжи навострил, он сейчас побежит, кстати. Он сейчас побежит уже в ближайшее время. Ну, твою мать. Так, утенок уже в смежной комнате, готовится с нами пообщаться. Лисенок пока на месте. Я вот не знаю, время от времени, если эти милые животинки находятся долгое время в комнате, где мы расположены. Оп, все. Где мы расположены рядом. Все, убегай. Вот, когда они Ух ты, ёлопала, утенок уже здесь заглядывает. Надо закрывать дверь, иначе он отключит нам и дверь, и заблокирует свет. И это, конечно, очень прискорбно. Так, осталось только понять, где зайчишка. Мишутки-то, кстати, тоже не видно. Блин, и зайчишка уже здесь. Ну вот и что мне делать? Они оба здесь. Сейчас у меня просто будет расходоваться дичайшим. На дичайшей скорости электричество. Утенка вижу, дверь открываем. Че по зайчишке? Зайчишка смотрит. Вот, я раньше не закрывал дверь, когда он прям зырил в мою комнату. И заканчивалось это тем, что эта паскуда выключала мне всю вообще электроэнергию. У меня ничего не работало вообще. Так, ну утенок здесь. Вот медвежонка не видно. Это вообще печально, конечно же. Все, зайчонок свалил. 50% 2 часа ночи всего лишь, это очень мало. Но будем сидеть как мышки, очень тихо. Очень тихо будем сидеть. Не произнесем ни звука. Самое главное проверять комнаты близкие. Сейчас лисенок опять ломанется. Видим зайчонка, видим утенка. Так, ну что, тогда смотрим на лисенка. Вот, а где Фредди, так это вообще непонятно. Фредди это медвежонок, но каждый раз, когда он куда-то сваливает, его не может засечь ни одна камера, идентифицировать. Я не знаю, где эта тварь шляется. 3 часа ночи, кстати, ребят. Может быть, мы на дурачка с первого же раза пройдем. Я просто жду, когда лисенок стартанет. Она может продержаться до 6 утра, напоминаю. Да я же жал. Я же его уже отключил. Лисенок, да, ты правильно, не беги. Не беги. Ты смазывай лыжи там салом.
Смазывай ласты. Бежать никуда не надо. Что-то я не вижу тут никого. Вот это плохая новость, ребят. Ага, он идет к нам. Так, один к нам, второй здесь. Окей. Окей. Зайчонок слева приближается по своему стандартному скриптовому маршруту. Вот он снова здесь. Сейчас будет заглядывать в дверь, паскудник маленький. Сейчас будет заглядывать в дверь, ребята. Ну что, типа час X, зайчишка здесь, лисенок пока не бежит. Чем дальше, тем страшнее, конечно же. Блин, а заяц-то свалил. Заяц свалил и даже не попрощался. А куда свалил, пока оно непонятно. Ой, никого нет. Ой, плохое у меня предчувствие. Ой, сейчас они все ломанутся. Ой, сейчас ломанутся. Господи, стрёмно-то как. Главное, лиса не... Главное, лиса не пропусти. Ай, Мишечка здесь был, черт! Вот понять, по какому принципу действует эта скотина, не вообще не представляется возможным. Ну вот как? Откуда он приперся? Почему? Как его распознать? Как распознать эту скотину? Да. Так, мы сейчас наконец-таки увидим наш стрим. Откроем его. Продолжаем дальше. Фу. Напугал. Гаденыш шерстяной. Так, ну сейчас в очередной раз, конечно же, нам позвонит наш приятель, расскажет нам прохладную историю из журнала «Ералаш». Давайте смотреть. Ну, сразу свалили все животные. Ну, короче, видите, проблема... Они оба здесь, все нормально. Проблема не в... Они перемещаются прямо сейчас. Проблема не в утенке и зайчонке, которые хотя бы можно как-то... А в лисенке. Маленькая зараза. Этих хотя бы распознать можно. Вот что. И лисенка тоже. А вот что делать с Потапычем, я не знаю. Потапыч, он как-то действует по своему принципу. И никто не хочет объяснить мне, по какому. Ладно, поехали. Я не понял, а... Угу, понятно. Ай. Сэмик, тебя нужно было туда отправить, в этот магазин игрушек. Ты бы им там дала просраться. От души. Ну, давайте смотреть. Между прочим, это... Почему камеры... Вот тоже я не пойму, когда эти создания кибернетических умов перемещаются, у нас не работают камеры. Это тоже паскудно, если честно. А, утенок уже здесь. Я вообще не понимаю, как этих тварей можно было подпускать к детям. Утенок рядом. Утенок рядом, я уже чувствую его... Шаги его, шелест его перьев, запах его яиц. Ну, в смысле, это уточка, конечно.
Странно. Так, лисенка. Лисенка нет. Лисенок еще даже не появлялся, поэтому пока живем спокойно. Вообще, как советуют, нужно поменьше вылупляться в камеры. Вот если не пялить глаза на камеры, то они как будто бы тебя игнорируют. Не знаю, не уверен, что это так. Зайка с Мишкой вообще еще сидят. Блин, будет обидно, если сейчас на сутка сожрет на такую халяву. Час ночи все-таки. Времени мало, но они еще не выходили. То есть следить мы можем пока только за уткой. Ага, зая пошел. И лисенок появился. Ну, понятно. Утка не парится. Утка тусит сейчас по кухне. Пытается найти своего собрата где-нибудь в духовке. Ну, а мы внимательно смотрим за лисенком. Седьмая камера, она самая главная. Патрикеича нужно поймать на этом выбегании. Вот он сейчас уже стартанет с миской. Так, зая здесь. Где утенок, непонятно. Сейчас Патрикеич. Патрикеич в любой момент может ломануться. Прощай, Патрикеич. Отлично. Так, ну первый натиск сумасшедшие лисы мы выдержали. На кухне шарится. Ага, зайка здесь, этот на кухне. Ну вот что делать с медведем, я ей-богу, правда, не знаю. Я не знаю, как можно предсказать появление Миши. Ибо Миша просто прыгает тебе на харю с радостным визгом. Без каких-либо признаков формальных. Сэм! Вот я точно знаю, как предсказать появление кота. С медведем-то... Опять лис сейчас стартанет. Да что он такой шустрый-то, елки-палки. Ну что, ты побежал уже, нет? Ясно, вся брашка приперлась ко мне. Я вообще сейчас боюсь, что утенок уже здесь. Но пока нет, пока живем. Заяц близко. Понятно, они, короче, все решили одновременно ломануться. Но пофигу на эту утку. Хотя она сейчас может отрубить нам просто левую дверь. Трубить ее к чертовой бабушке, и все. Ну, кто-то там шарится, да, кто-то шарится поблизости. Сейчас главное лису не пропустить. 50% 3 часа ночи, в принципе, нормально. Но больше всего бесит, конечно, медведь, который хрен пойми про что знает, как он появляется вообще. Закрыть двери. 47% 3 часа ночи. У нас уйма времени на самом деле. Уйма времени. Что лисенок решил не париться, а утенок вообще свалил. Зайчонок здесь. Зайчонок близко. Вот как действует Миха Михалыч? Это вообще непонятно. Но пока что все спокойно. Самое главное не профукать появление лисички. Так, и вот сейчас момент истины. Просто сейчас где-то выползет проклятый Мишка. Паскудник.
Ну, конечно, блин, естественно. Ну как, вот... Бонич, давай попробуем просто после четырех закрыть к хренам вообще все двери. Вот просто все двери закрыть. Забей, короче. После четырех закрываем все двери, и все будет хорошо. 2 часа, да не продержусь я. Не продержусь я 2 часа на двух дверях. Мне не хватит заряда. Мне тупо не хватит заряда, ребята. iPad, ты собираешься вообще оживать? Я так не могу в чат посмотреть. В прошлый раз он хотя бы немного это приходил в себя время от времени. Этот уже побежал. Нормально вообще? В 12 дня побежал, паскудник маленький. Маленький подонок. Утку что-то я не вижу. Не знаю, где утка. Ладно, все, короче, пофигу. Лиса бегала, лиса вряд ли побежит 2 раза подряд. До 2 часов ночи мы просто даже никуда не смотрим. Живем себе, живем, все хорошо. Кто-то шарится, кстати. Вот не пойму, где шарится, слева или справа, судя по звукам. Так, утка на кухне. Утка на кухне, нам главное время от времени следить за лисой, да, у лисы все в порядке. Я даже вообще бы не стал никакие другие камеры смотреть. Вот просто взял бы и забил на все эти камеры к чертям собачьим. Ну так, время от времени так, обстановочку зондируем. Кстати, никого нет, вообще никого. Ни мишки, ни зайца, вообще их не вижу нигде. Уже они там заяц вдвоем с уткой шпарятся на кухне. Не, мысль о том, чтобы отрубить в 4 часа, точнее, закрыть в 4 часа обе двери, по крайней мере, правую, из которой теоретически может выползти сам мусье Фредди. Сейчас лис ломанется. На, лис уже на низком старте. Одна из тварей ходит где-то рядом, прям вот где-то совсем рядышком. Нам не пропустить лиса надо. 2 часа ночи, я просто реально в 4 отрублю все к чертям и все. Так, утка свалила на кухню. И снова привет, лис. И снова палим темные проходы. Я не вижу зайца. Заяц на камере 3. Заяц на камере 3, утенок в кухне. Это хорошо. Заяц уже, наверное, приближается к нам сюда. Смотрим обе комнаты. Что с лисом? Лис опять пойдет сейчас, а?
как оно все печально. Утка, кстати, здесь. Утка здесь. Утка здесь у нас. Короче, они сейчас будут атаковать все одновременно. У меня 51%. 3 часа ночи. Бонич, закрывай в 4 к херам вообще все. Смотри на утку. Утенок милый. И сразу минус куча процентов. Просто минус куча процентов. Закрываем здесь. Я не знаю, где Мишка. Стоим пока так. 4 часа утра, 33% у нас не хватит, точно не хватит. Я все пытаюсь, ребята, подключиться, подключить iPad к стримам. Это просто так бесит, вы не представляете. И всего лишь 3 часа ночи, а у нас 25% батареи. Ну это звездец. Кошка, уйди. У нас 25% батареи, нам просто нужно сейчас все открыть и ждать Фредди. Да? Ну, понятно, сейчас второй приперся, понятно, короче, все. И лис сейчас побежит. Ну, короче, да, мы сейчас останемся просто без... Мы останемся сейчас без заряда батареи вообще. Без какого бы то ни было. Ну, утка зырит по-прежнему. 15% заряда осталось, и мы сейчас... А, ну все, встречаем лисенка. Привет! Нам кто-то отключил левую дверь вообще вместе с лампочкой. Привет! Давай заходи. А-а-а, я тебя ждал, тебя сам могу напугать, козлина. Я знал, что ты придешь. Ах ты ж, ёк-макарёк. Ах. Фиг знает, что делать с этим. До медведя даже не дошло дело. Нам медведь не понадобился. Зайду-ка я в чатик. Бонич, ты куда Берса спрятал? На кухне он гремит посудой. Короче, никто не даст мне вменяемый совет, что же мне делать в этой ситуации, как мне быть. Это печально. Мы можем, короче, до часу ночи просто никуда не смотреть. О, я зашел, ребята, я зашел на канал Опер Геймер. Не прошло и часа, друзья, целых всего лишь 36 минут мне понадобилось, чтобы зайти на канал с айпада. Ну, сейчас еще минут 40, и я увижу чат, наконец. И просто все будет так кошерно, что вы себе не представляете. Первое прибытие дурачка. Все, лис, можешь сваливать. Ну, 83% это очень мало. Это очень мало уже для часа ночи. Мы, в принципе, можем, конечно, не париться, вообще ничего не жмакать. Но я не понимаю, как медведь работает. Я пока не могу врубиться в схему его поведения. Сейчас это опять с низкого старта ломанется к нам. Да что ж такое-то, а? Так, утка на кухне.
Как же мне любопытно все-таки. Да, заяц здесь. Утка подходит к нам. Утка подходит к нам, и сейчас нам надо ждать лиса и посмотреть все время вправо. На всякий пожир. Лис сейчас в любой момент может заломиться. Ну как-то, по-моему, слишком часто. Два раза до часу ночи. Два часа ночи. 71%. Проверяем все время. Блин, да нет, утка нормально. Утка себя чувствует хорошо. Нам главное смотреть на... Connection lost. Нам главное смотреть на утенка. Стрим идет? Да, стрим идет. Бегом! Я не могу зайца спалить никак. Хотя бы Мишка сидит. Короче, ладно, все, 56% в 2 часа ночи. Я попробую в чат. Оу, да ежишь, ежишь, ребята, я вижу чат, я вижу чат. Боже мой, какая, мать его, радость. Ну, не прошло и... Понеслась. Ох. А кто мне отключил в прошлый раз левую дверь, я так и не понял, потому что зайца-то в тех комнатах не было. Неужели Мишаня шалил? Сейчас бы его знал. Ну вот как? Почему? Сейчас мы сами его напугаем. 3, 4. И... Беги, паскуда. Давай, давай, давай. Готовы? Внутренняя ошибка сервера. Как это недоступно? Ёлы-палы, да об стену сейчас я тебя того. Не, ну понимаете, когда... Ладно, я все могу понять. Когда мы... Когда мы теряем... Кого-то из камеры, ладно, бог с ним. Когда мы теряем кого-то с вида камеры, ладно, я готов это перетерпеть. Когда кто-то врывается неожиданно, ладно, я готов это перетерпеть. Ну какого хрена нам отключают двери? Это вот вообще, это как? Это что за принцип такой игровой? Отрубить к чертям собачьим двери? Чтобы ты даже закрыть ее не мог. И что, и как я буду защищаться? И самое главное, непонятно, кто нам их отрубает, по какому принципу, я тоже не могу понять. Зайца сейчас в комнате не было. Не было зайца сейчас в комнате. Все было нормально. Херак, нет двери у нас. Ну что за фиготень, ребята? За что такое наказание? Сейчас будем смотреть за лисой. Что-то мне кажется, что я не приду сегодня ни одну ночь, к сожалению. Я сегодня могу не пройти ни одну ночь. И это прискорбно. Может его прям на iPad положить? Вот. Какой тебе задница еще тебе поймать этот сигнал, чтобы ты мне наконец дал чат? Скотина ты железная. А, ясно. Все пошли бродить. Все отлично.
Вот нам сейчас в любой момент могут просто... Могут просто отрубить свет и все. Вместе с дверью. И давай, Бонич. Показывай скелет. А еще когда параллельно ты пытаешься станцевать шаманский танец с бубном над своим айпадом, то это вообще... Это доставляет гору удовольствия. Утка на кухне, Лиза за навеской, кролика не вижу. Но кролика нет рядом. В этих комнатах его просто нет. Короче. Я айпада микросхемы топтал вообще. Я думал, лис сорвался. Вот опять камеры наблюдения не работали. Просто кто-то постоянно нам пакостит с камерами наблюдения. Это просто... Это нечестно, в конце концов. Ё-моё. Это просто нечестно. Так, заяц пока далеко, а вот утки. Это что такое было сейчас? Это нормально вообще? Это какой-то приход наш был? Это был какой-то легкий наркотический приход охранника ночного или что? Или как мне это вообще... расценивать. Ну, ждем в ближайшее время в гости лисенка. Справа, походу, шарится утка. Я, короче, ребята, iPad отложу, он меня просто только отвлекает и расстраивает. Я после каждой попытки буду, наверное, заходить просто в чат. И вы пишите мне, пожалуйста, свои советы. Я не знаю, где все. Вообще никого не вижу на камерах. Вижу обе двери. Понятно. Утка на кухне шарится. 3 часа ночи, 44%. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Учитывая, что заяц... Какого хрена? Вот как, ребят? Как мне понять этого медведя? Как я должен его распознать? Это кто-нибудь скажет мне вообще? Разгадает мне эту загадку? Иду еще на Twitch. Пойду еще на Twitch, скажу, на канал. И буду сейчас мониторить именно вручную после каждой игры чаты. Не кто-нибудь может сказать, как это... Вообще, ребят, Twitch я тоже буду сейчас вас читать. Я не могу вас читать с iPad, поэтому выкинем его к херам, этот iPad. Перезагрузим, может быть, не знаю, но... С помощью видео можно... Просто забьем на него. Я хочу сейчас просто почитать в чатике советы, потому что я не могу понять, как это работает. Пишите, пожалуйста, ребят, я обязательно прочитаю. Но нам нужны ваши советы. Чтобы понять, как от них обороняться, я не могу. Медведь вообще неуловим. Он просто появляется, когда хочет, рандомно. И чтобы
как-то предсказать его появление, нужно быть Вангой. К сожалению, я не Ванга, и с этим большие проблемы связаны. Окей. Окей, попробуем потратить побольше электричества. Короче, я в 4 часа ночи закрою обе двери к фигам и все. Закрою обе двери к фигам просто. Вот и вертел я их на одном месте. Сейчас просто сижу. Сейчас у нас будет тактика дурака. До часу ночи сидим. А после часу ночи... Не до часу, до 3 часов ночи вообще сидим, ничего не делаем. Просто ничего. Периодически мониторим просто лисичку и все. После часа ночи закрываем... После 4 утра закрываем к фигам вообще все двери и все. Такая страта рабоче-крестьянская. Никакой дедукции, никаких наблюдений. Просто время от времени мониторим лиса, свет не включаем, никуда не смотрим. И фиг бы с ними. Пускай шарятся где хотят. Думаю, что меня так все время в сон клонит, когда я в это играю. Этот звук вентилятора, я только сейчас его распознал. Лис сейчас ломанется. Точно усыпляет звук вентилятора. Монотонное жужжание вентилятора. Ребята, если вы работаете охранниками, никогда, никогда не пользуйтесь такими вентиляторами. Все, Фокси, пока. Не спать. Боевом посту. Оля, ты еще на глаз. Не могу, кто же вентилятор-то сюда поставил? Вообще срать, я даже вообще не буду смотреть на камеру. Вот вообще не буду смотреть. Пускай появится, не появится, не появится. Просто плевать. Надо считать плюшевых игрушек. Раз, плюшевая игрушка. Два, плюшевая игрушка. О, давайте считать рисунки детские и элементы изображения на них. Раз рисунок, два рисунок, три рисунок, четыре, пять. Лис! 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 Все нормально. Не паримся, продолжаем считать рисунки. 6 рисунок. 7 рисунок. 8. 9, 10. Давайте зубы его посчитаем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Что еще можно посчитать? Кирпичи в кладке. О, кто-то сюда приперся. Как вентилятор выключить? Я не могу, я реально уснуть сейчас. Вот он просто шарится. Мы закрываем дверь и вообще не паримся насчет него. Блин, как я вовремя лисенка-то спалил. Аджи Фокси, он явно чувствует, что я ухожу в царство Морфея. Отлично, 37% осталось. Просто найс. Просто найс. 37%. Пойди теперь вообще разбери, что делать.
наступит 4 утра, я закрою правую дверь. Я закрою правую дверь, как только наступит 4 утра. Оттуда может вывалиться Фредди, и бог еще знает кто. Вот это что такое? Как мне это расценивать? Давай правую дверь, смотрим, сюда лисенка нет, отлично. А нет, еще не 4 утра, Бонич, не смотри в правую дверь. 28%, ты не выдержишь на двух закрытых дверях. Ты выдержишь только на одной закрытой двери. Но закрывать именно правую, потому что из правой вываливается Фредди. Ну как? Ну... короче, ну реально в 4 часа утра нужно закрывать. Ну что ж такое-то? Иду читать советы. Люди, что вы думаете насчет этой вакханалии? Медведь через правую дверь заходит, прикрывай правую дверь, как только отводишь взгляд на камеру. Мэн, это очень быстро потратит мое электричество. Фредди идет гулять, когда смеется. Его можно только по глазам из темноты спалить на камерах. Найс. Так, старт, иду на Twitch. Медвежонок является ассасином игры и крадется тихо. Заметь его можно по освещению выключенному свету. Начинает путь с зоны сам один, идет строго по правой стороне, является напарником курочки на желудочке. Может оставаться в главном зале и в кладовках. Атакует без предварительного подхода к двери, подсветить его нельзя. Единственный вариант не дать ему атаковать, это смотреть на него через камеру или закрыть дверь. Камера 1Б, камера 1А. А что значит заметить можно по светящимся глазам и выключенному свету? Давайте попробуем распознать эту гадину по светящимся глазам. Я просто не понимаю, где именно мне нужно свет выключать. На камерах он и не включается. То есть получается, что уточка и зайка, они не так опасны. Не так опасны, это курочка, да, это не уточка, это курочка. Курочка и зайка не так опасны, как медведь. Потому что медведя хрен про что пойми, увидишь. Сын проклятый. В 4 часа просто нужно закрывать дверь правую, и все. Он ломится по правой стороне, по камерам. Ну, камера 1В тут могут быть все. По светящимся глазам. А я не пойму, где будут светиться глаза? Вот в этом проеме, что ли, дверном? Глаза будут светиться в дверном проеме или где? Надо хоть раз как-то этого Мишу... спалить, предотвратить его приход. Утка здесь, но, честно говоря, утки-то я совсем не боюсь. Заяц наверху. Вот Миша пошел гулять. Миша пошел гулять, на камерах его, говорят, не видно. И только по светящимся глазам. Еще просто. Светом его тоже никак не спалить. Идентифицировать его можно только по глазам. А где они будут светиться, я понятия не имею, комрады.
утка идет всегда строго справа, мишка тоже строго справа. С зайцем то вообще проблема. А еще у нас лисенок есть. Заяц идет к нам, утка хрен знает где. Это тоже идет к нам. Где же у него светящиеся-то глаза, елы-палы? Заметьте, лиса еще ни разу не бежала. Может просто потому, что мы на нее не смотрим, вот ей пофигу вообще. Заяц и утка уже рядом. Только услышал. Открывай правую дверь. Насколько я понимаю, это он. Может быть, это и есть светящиеся глаза? Я хрен его знает. Может быть, это и есть светящиеся глаза. Но правую дверь мы закроем сейчас. Вот он! Вот он, паскуда, да? Это он? Четвертая камера. Четвертая камера. Закрываем вторую дверь. Так. Смотрите, смотрите, ребята. Это он или нет? Или тут так всегда и было? Ну, походу, он. Чертов ассасин, а. 2 часа ночи, 52%. Это очень плохо все. Смотреть, либо смотреть на него, да, говорите, либо смотреть на него, и мы не даем ему атаковать. А правая дверь закрыта. У нас 3 часа ночи, у нас 44%. Это очень плохо. Ну, я не пойму, я... Я эту тварь сейчас... Утка на кухне сейчас, а мишка справа светится, и мы смотрим в эту сторону. Но там еще лисенок может в любой момент ломануться, это тоже неприятно. 3 часа ночи, у нас совсем мало электричества из-за того, что мы держали обе двери открытыми. Так, либо когда он смеется, сказали, он еще смеется иногда, так мерзко-мерзко. Так, ух-ах-ах-ах. Заяц ушел, видимо, всерьез и надолго. Вот теперь главное как-то мишку спалить. Но, судя по всему, он ушел. Шарится эта утка справа, кстати. Закроем под дверь пока. Просто закроем дверь, 4 часа дня, утра. Ну, просто подержимся сейчас на одной двери. Я не знаю, 27%. Я не уверен, что я это смогу. Ну, просто я сейчас буду держаться закрытой дверью. 25%. Я не знаю, насколько мне это поможет. Мне нужно по 10%, по 12% на каждый час. Если побежит лисенок, мне звездец. Но мы на лисенка не смотрим, поскольку он и не бежит. 20%, 4 часа утра. Давай. Давай, Бонич. Собрались. До 5 нужно продержаться. До 5, до 5. Утка по-прежнему здесь. И сейчас где-то тварь паскудная вылезет. О! Где-то я видел мишку. 13%. 13%. 12%. Надо открывать дверь. Надо открывать дверь. Вот он. Вот он снова медведь. Утка свалила. Утка свалила. Я не знаю, где утка.
закрываем дверь. 5 часов утра, 7%. 7%, господи. 6%, ну мне... мне... Вот, это он смеется, он сейчас будет ломиться на, к нам. Он сейчас будет ломиться, господи. Он шарится где-то здесь. 4%, 5 утра. Ну, а что мне делать, ребят? А, вот он, красавчик. Ну, сейчас все, у нас дверь откроется. Вот и все. Мы и приплыли. А вот теперь мы ждем всех. И лисенка, и писенка, и улитку, и погремушку, и ватрушку. Всех ждем сейчас. Господи, Иисус, не надо. Да святится имя Твое, да прибудет царствие Твое. Да будет воля на земле, Господи. Седай на нас. Не оставь нам грехи наши. Прислали бы вам должникам нашим. Не веди нас в искушение, да избави нас от лукавого. Господи, они сейчас все вчетвером припрутся. Но я труп. Ну, конечно. Ну, давайте, убейте меня нежно. Что? Да, господи! О, как? Фух! Однако! Я понял, ну медведя я спалил. Один из запланов быстро бегает и не тормозит, вы даже на нее смотрите. Да, я знаю, Беркут, это мы все уже видели. Вот что крест животворящий делает, да. Медведь через правую дверь, прикрывая правую дверь, только отводишь взгляд на камеру. Ну, короче говоря, я примерно понял, в чем смысл. Смысл. Умеет блокировать двери и свет, если подберется незаметно, когда вы находитесь не за камерой наблюдения. Может тусоваться в главном зале, атакует только при помощи неожиданности. Если не пялится в монитор, то и он не выскочит. Ну ладно, я примерно врубился, ребят. Естественно, все свалили. Так, зайчонок здесь, утенок здесь, медвежонка нет. Но я услышу этот божественный смех, я надеюсь, что я его не смогу не заметить. Кстати, это был смех Мишки. Это был смех Мишки. Нужно закрывать дверь. Я не вижу его глаз. Забавные были звуки. Ко-ко-ко, он сказал перед тем, как нам вломить. Окей. Так, друзья. Нам нужно все это обдумать. В принципе, мы затащим. Мы делаем сейчас пятиминутный, двухминутный перекур. Нам нужно все это обдумать, ребята. Собрались, и если еще вам есть что-нибудь, какая-то полезная инфа, которую вы мне можете написать, и я смогу ее использовать, напишите, пожалуйста. Вот уж у нас петух из-под шконки вылез и заклевал, это ничего страшного, это было 12 ночи, мы немного потеряли. Ребят, еще раз вернусь, почитаю полезные советы. Беркут, постарайся не из Википедии копипастить, а суть краткая. Я уже понял примерно стратегию поведения там и зайца, и лиса, это вообще все просто. Курица тоже, бла-бла-бла, так не очень сложно. Пока вот с Мишкой, спасибо тебе за совет с глазами и смех. Если есть еще какие-то важные тонкие детали, напиши, но только сжато, потому что читать простыни по 40 предложений, это очень тяжело. Друзья, 3 минуты перекур.
Кстати, я заметил, что лис не выбегал в пятую ночь. Просто мы на него не смотрели. Мне кажется, из-за этого. И если часто на него смотреть, он и бежит чаще. Просто не нужно на него обращать внимание. Еще раз пробуем, потом читаем советы. Ребята, если есть какие-то в сжатой форме советы, какие-то конкретные, пожалуйста, дайте, потому что мне сейчас поможет все. Все пригодится. Ну, первый час мы просто тусим. Ну, как бы нормально. Первый час как раз можно почитать чатик, если бы у меня был iPad. Уж я его просто выключу. Ребята, я его сейчас просто вырублю. О, уже понеслась. Нет времени вырубать iPad. Все разбежались. Зайца видим. Утка. Далеко. Все нормально. Медведя пока нет. Все нормально. Хотя медведь смеялся. Но я не вижу его хитрых еврейских глаз. Утка зашла в комнату. Сейчас может быть опасно. Что с лисом? Лис пока стоит на месте. Заяц тоже идет. Ну, короче, сейчас будет вообще весело. Справа шарится утка. Заяц пока подальше. Конечно, все понятно. Пока держим утку на закрытой двери. Что с зайцем? Заяц пока на месте. Лис готовится бежать, кстати. Медведя вообще не видно. Ну и, естественно, его не будет видно, как мы уже установили. Где ты выключаешься, гад? Выключить, да. Выключить. Сейчас на лисенка обращаем внимание. Мы снова слышим смех медведя. Это значит, что он может в любой момент к нам прийти, может в любой момент выскочить лис. А только час ночи. Пятая ночь — это какая-то гиперактивная. Заяц в этой комнате, но мы его спалили на камере, поэтому он нам не должен ничего отрубить. Я слышу медведя. Я снова вижу утку рядом. Надо закрывать. За что же свалишь, проклятая утка? А медведь все ржет. Открываем здесь. Выбежал лис, стопудово. Ай, все, и заяц нам отрубил. Ну, блин. Ну, и сейчас лис нас с вами приберет. Конечно, да. Заяц все-таки втихаря. Ну, мы же, вот, я сейчас не понял. Мы же зайца на камере спалили. Мы же видели, что он в комнате в финале пятой ночи. Бессвязно численно капать энергию. Стоять за дверью почти на минуту, спуская вашу энергию в никуда. Если Фредди на кухне, он включает музыку. Это спасибо, это хороший совет. Я часто слышал музыку, я думал, что это утка. Зажигать свет в коридоре не обязательно надолго. Если монстр там, то появится звук. Да я щелкаю буквально на минутку. Какую на минутку? На одну секунду щелкаю буквально. Тут-то все понятно. Ну как все понятно? В целом. В общем и в целом. Ладно, поехали дальше. Медведь включает музыку, если на кухне. То есть, если он на кухне, можно, в принципе, не париться. Ну вот что заяц делает, это вообще жесть. Он просто спускает нам энергию, действительно, он нам ее просто выливает к черту. Чертов вор. Мелкая, ушастая воришка. Засунул бы я ему морковку в одно место. Говнюку. Ну, понеслась. Кстати, Мишка, смотрите, с микрофончиком, милый такой. Так, зайца вижу, утку не вижу.
утку не вижу. Ну, утка где-то рядом шарится. Отлично. Заяц приперся. Да, по направлению звука невозможно понять, где. Утка идет к нам. Да, он просто спускает энергию, скотина. А, чё, и утка может дверь отключать? Ну, найс. Ну, найс, утка тоже отключает двери. Да что ж за хардкорщики, 12 ночи, а уже такая жопа мне, а? Ну, всё, я приплыл, ребят. Давай. Я знал, что так и будет. Ну, нифига себе. Ну, нифига себе, как говорится... Сказал я себе. Как такое может быть-то? Оказывается, не только заяц может сливать нам энергию. Еще и утка. Да хоть обе двери закрывай просто. А потом сиди и молись. Как-то так. Беда. А если я буду все время смотреть на эту камеру, что будет? Ребята, я сейчас новую страту... А, ну ясно, что будет. Они просто отключают камеру и перемещаются с ней. Вот, пожалуйста, заяц свалил. Заяц пошел гулять. Хм. Так, кстати, давайте не будем... Тут уже и утка. А заяц где? Только что тут была... Тут был заяц, а теперь тут утка. И куда делся заяц, вообще уму непостижимо. Да-дам-да-дам-дам, говорит заяц. И фиг знает, что делать. Но они какие-то гиперагрессивные в этот раз. Зайца нигде нет. Просто нигде. А что означает этот дам-дам-дарам-дам-дам? Это кто? Это заяц издает такие прекрасные звуки? Да, заяц здесь. И утка здесь. Вот они оба здесь. Ну сейчас утка нам отключит энергию опять. Лол. Закрываем дверь. Не знаю, я не уверен, что нужно закрывать дверь просто. Мы же не можем держаться закрытой дверью просто потому, что здесь шарится утка. Заяц на третьей камере, это нормально. Вот утка сейчас будет нам отключать кнопки. Ну а как я ее сгоню-то? Все отключила. Ё-масы, а как мне, что... Теперь каждый раз, когда утка появляется в смежной комнате, мне нужно закрывать дверь. Ну, давайте уже умрем. Все, все было понятно. То есть, снова иду в чаты. Это то есть, что, получается, как только утка появляется в смежной комнате, мне нужно реально закрывать дверь по-бырому? Ну, как-то некрасивенько получается-то, а? Хм. Красный лист активируется, когда игрок становится слишком сильным и не сидит за ним по камере. Да это по... Это в принципе понятно. У меня сейчас только по правой стороне, если мы слышим громыхание, значит чика на кухне, камера там. Это понятно тоже. Ребята, она мне отрубает дверь. Это что мне получается, нужно реально дверь... Это мне получается, нужно дверь закрывать, ёлы-палы. Каждый раз, когда утка появляется справа, мне нужно отрубать дверь. Это потрясающая новость. Восхитительная. Великолепно. Просто вот лучше не придумаешь. Но они что-то очень бодрые в этот раз.
Все, утка уже здесь. И вот что, что вы хотите сказать? Что я должен теперь постоянно... Да, заяц пошел гулять. Заяц, кстати, тоже здесь. Заяц тоже здесь. Ну, закрываем дверь просто. И заяц здесь. Ну, просто nice. Все, закрываем, закрываем дверь. Я не знаю, как это поможет нам. Лисенок появился. Это еще Фредди не выходило. Эти нас уже вдвоем затерроризировали по полной программе. Заяц пошел. Ну что, они с обеих сторон. Найс. Просто найс. Час ночи. По-прежнему здесь. Заяц, кажется, сдриснул. Но сейчас она снова будет смотреть нам в дверь. Я закрываю. А что делать? А что делать? Иначе она меня просто сейчас снова спалит. Гребаный заяц, а? Гребаный заяц. Это как вообще? Как такое переживать? Ну все, давайте умирать. Смотрим и умираем. То есть получается, что нужно не экономить энергию, а закрывать двери, держать их закрытыми, пока они в смежном помещении, иначе мне они просто отключат кнопку. Если в родной кухне он включает музыку, это я читал. Я так не понял, почему на закрытую дверь тратится энергия. Вот и я не понял. S-child, S-chiller, S-cheater. Почему она тратится? Я предпочел бы, чтобы не тратилась. Перед атакой утки закрывать. Да это понятно, правую дверь закрывать. Конечно, что я, дурак, что ли, левую закрывать, если утка справа. Ну и как iPad? Я не знаю, как iPad. Я бы его выкинул просто. Я его выключил и больше не включаю. iPad умер. Да здравствует iPad. Я просто читаю чат уже так. Просто разрыв шаблона. Ей-богу, правда. Ну они что-то сегодня гиперактивные какие-то. Они сегодня что-то какие-то гиперактивные в последнюю ночь. Все, поперлись. Двое поперлись. А, утка на кухне, нормально. Все, утка на кухне, мы слышим ее. Заяц тоже пока далековато, заяц сейчас будет потихонечку валить к нам. Ну просто если я сейчас буду постоянно закрывать двери, вы понимаете, что меня Фредди накроют, у меня закончится электричество, меня Фредди отшпачат. Ну, сейчас лис побежит, ну найс. Утка-то на кухне, а вот где заяц, непонятно. А, заяц на третьей камере, нормально. Нормально живем. Утка шарится по-прежнему на кухне. Сейчас уже пойдет к нам. Да они взбесились. Им нужно уколы против бешенства засадить. Каждый. По 5 штук. Утка только что была на кухне. Как она к нам приползла-то? Ёлки-палки. Ну, пятая ночь, это уже это реально апокалипсис. Как ее пережить, я не знаю.
Пятая ночь — это просто какое-то издевательство над человеческим организмом. Прикольно, конечно же, ребята. Такое ощущение, что утка со скоростью Фокса сейчас пролетела к нам. Он же Петя Коко. Это она так быстро бежит, но это охренеть, просто утка перемещается по камерам с молниеносной скоростью. Ребята, там птичий грипп, кажется, у кого начался. Это же невозможно. Елки палки. Ну давай, отрубай мне электричество, маленькая козлина. Утка пошла во свояси. Это хорошо. Утка пошла во свояси, я надеюсь. С зайцем. Зайца тоже нет. Нормально, пока живем. Удивительно. А что с Фредди? А, Фредди пошел в атаку. Ну ясно. Я думаю, что скоро он к нам придет. Заяц пока далеко. Пока живем. Ну что, эта тварь долго будет шариться? Снова поперла она к нам. Ну и ждем. Нахрен, закроем двери. Но я просто не знаю, как еще это от этого избавить себя. Да, утка по-прежнему там стоит, улыбается. Хорошо, зайца нет, это просто радует. Ну, мы как бы себя сейчас и от Фредди защищаем. Просто держим пока дверь на час ночи. Господи, это просто это нереально. Все так. Понятно. И заяц пошел в гости. Ну, просто... Просто вот... Утка свалила. А заяц пошел к нам. Это кто, Мишка, что ли? А, Мишку. Мы видим Мишку, наконец. Ребята, вот это Мишка. Утка свалила. Да, утка пошла на кухню. Два часа ночи, 55%. Да, утка ушла. Что-то все как-то очень бодренько так перемещается. Медведя пока нет. Утку видим. Мы себя в какой-то психоделический транс сейчас загнали. Так. Это заяц. Закрываем дверь сразу. Снова здесь. Эту закрываем, эту открываем. Да мне не хватит энергии, ребят. Вы что, издеваетесь? Как я не ожидал-то такого от зайца. Как же я открыл-то дверь. Ну нифига себе они агрессивные. Ну все, теперь уже не поспишь. Теперь уже не поспишь. Наши забавные животные. За что ли завязки, значит, лис пока не нападет. Да, Беркут, соберись, комрад. Ты сейчас даешь советы из разряда капитана очевидности. Понятно, что да, не нападет. Такие вещи. Ты сейчас скажешь, что камеры можно переключать, что они показывают происходящее в комнатах. Ну, понятно, что...
Смотрел стрим, там чувак поднимал планшет только чтобы поднять. И все. Что такое поднимал планшет только чтобы поднять? Вот насчет того, что монстры ходят вместе, это спасибо за совет. Перед атакой уткой закрывает. Так, ладно, короче, Good Game что-то вообще на советы как-то не разродился сегодня. Один Twitch меня как может спасает. Печаль, беда. Заметьте, Фокси вообще не бегает больше. Сейчас основные проблемы именно от ушастого и от кокошеньки. Конечно, нас убивает. Заяц поперся сюда. Мы наконец-то увидели, кстати, педобира. Он поднимал планшет только чтобы поднять. Это я вообще не понял, что это означает. Может быть, он как-то по звукам ориентировался. Блин, утка уже здесь. Утка какая-то гиперагрессивная. Просто какая-то гиперагрессивная. Вот вентилятор. Почему мы не можем выключить вентилятор? Нафиг он нам сдался 300 лет, этот ссаный вентилятор. Миша пока сидит на месте. Заяц уже с нами, но он только идет сейчас в комнату. Утка пока здесь. Заяц приперся. Ну, они что-то вообще сбесились на пятую ночь. Утка, ты вздриснула? Она не хочет уходить, ребят. Он просто не хочет уходить. Вот как? Как вообще? Как вообще с этим жить? Так, заяц свалил на третью камеру. Пока живем. Пока живем, утка, я не знаю, что с ней делать. Она не хочет уходить, она что-то до нас конкретно доклевалась. Чё тебе надо, ты? Он же нам дверь отрубит, понимаете? Просто держим пока дверь, не даем утке просто зайти. Ну, а сейчас лис уже ломанется. Ну просто найс вообще. А лис уже на низкой. Просто если мы сейчас эту дверь откроем, она же там точно что-то сломает. Но час ночи, мы не можем позволить себе такую роскошь. Заяц вообще ушел? О, Тедик-медведик уже здесь. А где утка? Утка, обнаружь себя, я прошу тебя. Заяц здесь. Тедик Медведев включил дверь, включил свет. Мы ждем Фокси в гости в ближайшее время. Тедика пока нет. Заяц свалил. Этот
тварь на кухне. У меня 43%, ребят, 2 часа ночи, у меня нет ни одного шанса выжить. Ни одного. Пока ждем. В любой момент побежит эта гнида Фокси, понимаете? Медведя пока нет. Она снова пришла. Ну, нам сейчас просто раздадут, ребят. Нам сейчас просто раздадут на орехи. Ну, вон, она пытается к нам вломиться сейчас. Дверь закрыта. Возможно, на пару с дружбаном. И заяц здесь. Да, это просто звездец. Мы не можем себе позволить роскошь закрыть одну дверь. А все, мы трупы. Должны были позволять, но я хз, это просто, ребят, нереально. То есть там 3 часа ночи, нам еще 2 часа надо продержаться. Какую 2-3 часа надо продержаться. А нас так атакуют, как будто, я не знаю, это... Спарта на Трою напала. Да, многовато, ребят. И все какие-то злые. Пятая ночь тяжелая, шестая адская, седьмая настраиваем. Подождите, то есть будет не 5 ночей? То есть вы хотите что, сказать, что будет не 5 ночей? Так, то есть на камеры вообще не смотрел, но ритм был бешеный. А что он делал, если он на камеры не смотрел? Ну вот это вообще отличная новость. Оказывается, ночей будет больше. Почему тогда игру назвали 5 ночей, я не знаю. Но может быть мне предложат какую-то премию подзаработать. Я отказываюсь заранее. Я беру бабло и слиняю подальше отсюда. Парень вообще не смотрел на камеры. А что он делал, не ясно. Не, у нас просто за 3 часа оставили без электричества, а нам нужно было продержаться еще 3 часа. Я хз, я не знаю, что значит, как это не смотреть на камеры. Нам уже лисенок побежал. Мы слышим злобный смех этого медведя. Заяц сейчас стоит слева. Куда он сейчас исчез? Вот где эта тварь? Вот где эта тварь сейчас шляется? Он ни на одной камере не показывается. Его нет. А вот он, понятно. Ну, теперь пришла уточка. Уточка, проституточка. Если она, короче, ближе подойдет, я просто сразу все отрублю. О, кстати, медведя видим. Все, мы трупы. Закрываем правую дверь. Я не знаю, где она. Медведь на кухне. А утки вообще нет. Найс. А утки вообще нет. Час ночи, у нас нет электричества. Вообще просто... Ну, я же не вижу утки на камерах. Значит, она, по идее, во двери ломится.
А какие еще варианты? Медведь ушел, медведь на кухне. Ну все, я чувствую, что мне капец. Конечно, заяц уже здесь. Понятно. Миши пока нет. Заяц здесь, уходим. Дверь закрываем. Лисенок. Черт, они перемещаются. Они все перемещаются, как скоты просто. Лисенка нет. А, вот он, Фредди, вот он, Фредди. Я вижу его, вижу, 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 вижу. Закрываем, фастом. Да-да-да, хрень тебе за воротник, козлина шерстяная. Он здесь. Понятно. Делаем так, делаем так. Смотрим на Фредди. Пока смотрим на Фредди, пофигу на зайца, 2 часа ночи. Я вижу тебя, говнюк. Чертов ассасин. Вижу тебя. Ты у меня вон где. Заяц. Заяц ушел. Да, он смотрит на меня. Че с лисой? С лисой пока все в порядке. На кухне шарится утка. 3 часа ночи. 36%. Закрываем дверь. Быстро! А, утка здесь. Утка здесь и медведь здесь. Пока не даем им шанса. Пока не даем им шанса. Заяц. Заяц далеко. Все, сидим. Сидим, пока сидим. Не смотрим планшет секунд 20, наверное. Да, он лезет в атаку. Он лезет в атаку. Он хочет меня. Да-да-да, поет свою песню ублюдскую. Заяц идет к нам. Да уйдите же вы уже. Ты смотри, а козлина. Все еще там, зато утка ушла. Все еще там, зато ушла утка. 3 часа ночи, 3 часа ночи, 16%. Я не знаю, может просто замереть. Вот мои трупы. Миша где-то здесь. Заяц ушел. Можно поднимать дверь. Миша вышел на охоту. 4 часа утра. Ну что, нам остается только закрыть правую дверь, потому что я не вижу Михаила. До 5 утра просто просидим. А потом закрываем. Медведь здесь. Медведь слева. И сейчас нам лиса еще пробьет. Вот и все. Я сделал все, что мог. Ребят, если я не буду пользоваться камерами наблюдения, то я все равно труп. Ну да, вот, вот мы и прилетели. Мы не смотрим туда. Да, мы трупы. Дам-дам-дам-дам-дам. Время нам не показывается, и нам сейчас будет полный да-да-дам. Ждем. Да. Я даже не успел помолиться. Ну что я вам скажу, я сейчас сделал все абсолютно правильно. То есть, если бы у меня было чуть больше энергии, я бы мог по камере определяться, где кто там. Мишка уже был рядом, можно было легко его идентифицировать. Мы его пару раз находили. Лисенок, паскуда, побежал прям вот, ну... Побежал прям, ну, совсем не вовремя, совсем. Он выбил из нас последнюю энергию.
Ты прислушивайся за их шагами, проверяй двери, если услышишь шаги иногда. Проверяй лесу. Песню поет лисенок. Понятно, это хороший совет. На камере 1Б был не медведь, а утка стояла. Так, ладно. Давайте попробуем поменьше юзать камеру. Если только слышим шаги, тогда юзаем. Шаги не слышим, ничего не юзаем. Проверяем время от времени лесу. Может быть получится, просто слишком много энергии. Ну давайте попробуем. Да, я сейчас просто в этот раз безвылазно смотрел на камеру. Давайте реально пробовать по шагам как-то их определять. В Багдаде все спокойно. Шагов пока нет. Сейчас слышу. Понял, заяц здесь. Может просто закрыть дверь и не включать камеру? Где заяц? Заяц подходит, заяц пока еще не подошел. Если услышим шаги тут. И смех медведя уловили. Самое сейчас опасное — это лисенок. Мы его будем проверять. Ладно, приходится закрывать дверь. Подходит утка. Подходит утка, ребят. Спокойно, сейчас я поменяю, я сам уже покажу. Медведь сейчас где-то здесь шарится, 100% здесь утка. Медведя пока нет. Пока закрываем левую, точнее правую. Все, закрываем правую дверь, забыли. Там что-то медведь как раз ржет, как раз на охоте. И вообще пока не вязаем камеру. Я не могу определить, шаги справа или слева. Просто понятно, мы трупы. Заяц подошел. Ну тоже, видите, ребят, я не пойму. Просто как, что значит, он не включал камеру, он только по шагам следил. А если ты шаги слышишь каждую секунду, вот реально. Если после отключения света, если головой не вертеть, то Фредди дольше музыку играет, если возможность время потянуть. Да, с четвертой прокатило, но камень был уже не медведь, а утка в летак, это все понятно. Просто я не совсем понимаю, ГМА первый,
Что значит ориентироваться по шагам? Ну вот мы слышим шаги, мы же должны посмотреть, кто это шарится. Вот видел, просто слышим шаги. Если мы не включили камеру, заяц нам отрубил кнопку. Все. Все. Это элементарно, Ватсон. Алло, я перезвоню. Да, я перезвоню, пупсик. В прямом перезвоню, сейчас не могу, занят. Занят, занят. Я понял. Хорошо, Сережка, я перезвоню. Не могу, я на эфире. Да, я помню, помню, все, я перезвоню. Да, перезвоню. Да, господи. Короче. Нельзя не включать камеру. В этом проблема. Нельзя ее не включать. Потому что если мы ее включаем, точнее, если мы ее не включаем, то нас просто раскладывают в коридоре. Уж лучше мы ее включим, дотянем до последнего и будем надеяться на удачу. Не знаю. Можно вообще попробовать до часу ночи ее вообще нигде не включать, ничего не делать и надеяться на халяву. Максимальной энергии сэкономить, если до часу ночи нас сожрут, то это не особо важно. Ну, утенок на кухне. Если до часу ночи нас сожрут, то это не особо важно, потому что мы ничего не потеряем. Если сожрут, если не сожрут, мы сэкономим кучу энергии, кучу. Лис побежал, вот паскуда, а. Вышел на охоту. Это медведь, кстати. Где заяц, непонятно. Утка-то вообще там в жопе где-то. Я так и знал, что это заячья харя просто нас спалит и сожрет, а? Вот вам и не включай камеру, ребят. Вот просто. Вот вам и не включай камеру. Вот так вот обычно заканчивается не включение, игнорирование камеры. Тебя просто сжирают на халяву. Нам с лисой повезло-то очень сильно. Если вы ой, ёлы-палы. Нет, 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 не New Game, вы что? Вы что, я... Да как ты... Какого чёрта? Alt F4, Alt F4. Что-нибудь с игрой. Сделайся. О, вообще найс. Найс, я случайно. Я случайно. Нет. Да ладно, ну серьезно. Да что это за такой придурок придумал эту игру? Я просто ошибся надписью. Вы что, все стерли, весь прогресс? Ну нахер. Какой дебил придумал такое правило, такую опцию в игре, что если ты... За что? Как можно такое придумать, что если ты случайно ошибся опцией, у тебя стирается весь пройденный прогресс? Это какой дебил мог такое придумать, что у тебя... Просто кретин. Руки отрубить создателям, просто по самые яйца отгрызть их акулами. То случайно нажатие Escape игру сворачивает, то
опция New Game стирает весь прогресс пройденный. Ух, класс. А, есть чит на пропуск ночи? А какой? Скажи, пожалуйста, ГМ первый. А какой чит? Давай чит о нем. Давайте чит о нем, пацаны. Тоник, вообще-то там не было кнопки удалять. Там как бы была кнопка, которая стирает весь твой прогресс, который и даже не спрашивает у тебя подтверждения. Просто случайно нажал опцию «Новая игра», все улетело. Это бред. Это как в Resident Evil. Если я сейчас нажму «Новая игра», сотрутся все сохранения, которые были до этого. Ты представляешь, насколько это дебилистично? Вот насколько уровень шизофазии зашкаливает. То есть я случайно нажал «Новая игра», и все, что я прошел в Resident Evil за эти 6 стримов, все к херам стерлось. Это вообще вот такая вот классная опция. Ты молодец, чувак, просто пошутил. Зайди в ночь и введи КД+. А куда ввести-то? Просто CD+ нажать? О, заодно посмотрим, как читовать. Спасибо большое за совет. Просто я... Как можно было... Как можно было додуматься до того, чтобы ты стирал весь свой прогресс автоматически? Это просто жесть. Сейчас, во-первых, раскладка английская. Но что-то не получается. А куда именно CD плюс ввести? А что ввести CD плюс? CD плюс. CD плюс. Не получается. Зайди в ночь и введи CD плюс. Ребята, а еще можете с читами-то хлопануть? Я не буду это второй раз проходить. Я просто не буду это проходить второй раз. CD плюс. Что как? Как? И... Первую ночь вообще можно просидеть вот так вот до 6 утра, ничего не нажимая. Ну серьезно, ребят, CD+ не помогает. Не помогает. Пацантре. CD+ для второй части игры. No! А есть читы на первую, Декстер? Я прошу вас, ребята, я вас умоляю, дайте мне читы, я не буду это проходить второй раз. Из-за того, что люди кривожопые игру так вот сконструировали. Оп. Такая боль. CD плюс на нампад, пропуск ночи, так написано. CD1, пропуск основной сюжетной линии, 5 ночей, открытие 6 ночи. CD плюс, плюс на нампад, ага, плюс на нампаде. CD плюс на нампаде, пропуск ночи. Давайте попробуем. CD плюс, CD плюс. Хоть большими буквами, хоть маленькими, ребят, не помогает. CD+. Нампад, нампад, нампад. И не помогает, просто не помогает. CD+. О, кажется, помогло. Стоять. Кажется, помогло, ребят. Я просто думал, что мы на этом игру закончим. Нет. Сейчас мы ее... Потому что если бы я не мог читовать, я бы не стал все это заново проходить.
Да, отлично. Слава тебе, Господи. Ох, слава тебе, Богушка. Богушки, спасибо, ребятушки. Спасибо большое всем, кто подсказал. У нас, правда, время стрима заканчивается, но это не важно. Легко игра проходится, вообще непринужденно. А что сложного, не пойму. Еще ж ничего не делаешь, а все, ночью быстро пролетают. Какая-то вообще игра детская. И очень примитивная, не знаю. Какая-то ночь. Night 4. Все, пятая ночь. Да я этих игрушек как детей вообще. Ладно, давайте последнюю попытку на пятой ночи и на сегодня все. Я надеюсь, что... Надеюсь, что в континьюсах сохранится эта пятая ночь. Народ, до скольки стрим? Ну, у нас уже заканчивается, у нас через 4 минуты заканчивается эфир. Да, все, спасибо, ребятушки, за подсказку. Вы спасли меня, потому что если бы нужно было проходить это издевательство снова, я бы с ума сошел. Окей, пятая ночь, последняя попытка, друзья. Я не знаю, нужно ли смотреть в камеру, не нужно смотреть в камеру. Вертеть башкой, не вертеть башкой, сидим. Смирно. Как только слышим какой-нибудь шорох, начинаем просто дико, люто клацать веб-камеры. Какая-то пакость снова уже шарится здесь. Ребят, невозможно все время не смотреть в камеру. Мы не видели зайца. Ну что, мы теперь каждый раз на шагах коридора дверь закрывать, а потом уже смотреть в камеру. Видимо, так. Слушай, давайте попробуем. Слышим шаги в коридоре, закрываем дверь. И смотрим в камеру. Но уже в другой раз, потому что, по всей видимости, нам пора. Отличная игра. Мы сегодня прошли целую одну ночь. Спасибо большое, Конич. Чи-чи-чи-чи. Приходи, завтра будет Resident Evil. Там у нас не стирается прогресс одним нажатием кнопки. Там все сделано по-человечески. Вот. Ну, а так, всем большое спасибо. Следующая потуга. Следующая экзекуция «Пяти ночей с Фредди» состоится через неделю, в понедельник, в 8 часов на Opera Gamer, рубрика «Хорроры с Бонивуром». Сейчас на своем основном канале поиграю в Лальцовский, завтра «Резидент, мать его, Evil». И всем еще раз жму руки. Ребята, как правильно посоветовали в чате, не покупайте своим детям плюшевые игрушки, иначе сами можете стать заикой. Спокойной ночи, камрады, если у вас получится заснуть.